Всем привет! Сегодня 28 марта и послезавтра у меня день рождения. Что я делаю? Подготавливаю, варю овощи для салатика. Вот, ну здесь у меня просто суп варится. Картошка это на сегодня. А так я буду вот делать салатик. Вот курочку отварила. Все подготовлю, завтра к вечеру сделаю. Я вообще день рождения не праздную, не люблю это дело. Но в этот раз еще это суббота. В любом случае какие-то близкие люди будут. Поэтому я вот немножечко так что-то приготовлю. Ну, чтобы просто посидеть, пообщаться. После готовки решила прогуляться. И вот иду, диву даюсь. Неделю болела. Вышла погулять, а здесь уже весна. Снег подтаял так хорошенечко. Как зеленушка повылезала. С ума сойти. Ну, в Москве еще, конечно, снег разбрасывают. Но вот здесь, на южной стороне, он сам весь растаял. Обалдеть, конечно. Так, первый гость прибыл. Привет! Вы ее все знаете, это моя сестра, младшая. Вот, пока еще никого нет, мы хотим немножко прогуляться, там погода хорошая. Пойдем прогуляемся, потом подъедут остальные. У моей сестреночки, моей любимой девочки, день рождения сегодня. Я ее очень поздравляю, счастья, радости желаю. Спасибочки. Так, еще один гость прибыл. Привет! Это Машенька, это моя средняя сестра. Так, я тут уже немножко рыбку нарезала. Это мне уже цветочки подарил мой Андрюшенька. Ненаглядно. Да. Андрюшенька. Ждем, сыночка. Опаздывают они. Давай к тебе теперь. Ищешь игру? Это рекламу смотрю. Ай! Игра началась. Что ты сказал, у меня вот это? Это у меня? Нет, все нормально. Все уже хорошо. Смотрите. Играем. Ваши правила новые. Я ввела новые правила, не хотят меня слушать. Я же сказала. Давай, давай. Мы придумываем слово. Например, первый раунд будет рисовать. Второй раунд будет объяснять. Третий раунд будет показывать. Мы тихонечко там, ну, слово вам напишем, конечно, чтобы вас не наебывают. Нельзя ругаться. А мы по нулям здесь уже. Ну, так, ты все скип. Мы выигрывали. Мы выиграли. Это джухало нас, короче. Ты выбрал какой-то? Ты сложно сделал другую? Нет. Признавайся. Да нет. Так, у меня, значит, объяснить жестами. Ну, конечно, самое лучшее. Так. Ага. Птица. Пеликан. Ну, это птица? А, ты жестами только объясняешь. Ну, головой кивнешь тогда. Клюв. Ворона? Да. Не знаю, как ворону объяснить. Ну, так вот, намазы, они самые умные. Резко телепортируемся в следующий день после моего дня рождения. Всем огромная благодарность за поздравления, за внимание. А мы телепортируемся на дачу. Решили наконец-то выехать на разведку. Это наш пруд. Обычно только в апреле, в 20-х числах здесь начинается страшный потоп. А сейчас 31 марта, и вот уже все. Пруд вышел из границ и будет затапливать вот этот участок. Очень сильно затапливает всегда за зеленым забором. Вот такие вот ручьи уже текут. С ума сойти. А, кстати, вот надо посмотреть, с той трубы-то вываливается вода. Да, уже идет там водопад. А теплынь-то какая? 16 градусов в тени. Это вот аномалия приведет, конечно, возможно, к тому, что и май, и июнь будут холодны. Не люблю такую аномалию в марте. Вот они, реки. Реки текут. Это ж какой уже потоп там. Ужас. Ладно, мы еще не заезжали на участок, не понимаем, как проехать нам там. У нас прямо вот при въезде сугроб лежит. Дальше вроде хорошо. А тут деревья с пруда загораживают, и снег не подтаял. Не знаем, заезжать нам на нашу линию или лучше остаться здесь. Вот так выглядит наша линия. Около забора снег есть. Так, в принципе, все подтаяло. Проехали благополучно.
Первый раз такое вижу, чтобы у нас просто по участку текли такие огромные ручьи. Все вздыбилось, вспучилось. То есть почва, получается, уже оттаивает, и все вот здесь вот. У нас просто наклон. Плитка лежит под наклоном огромным, как будто на бугре. Хотя она вообще ровно лежать должна. Да. Даже здесь не такой большой, вот в этой тени не такой большой сугроб. Обычно всегда гораздо больше в марте был. Снега было валом просто, а почему-то его уже нету. Ой, какая теплая. Боже мой, какие-то мухи летают уже. Ой, то, что я боялась, это вот, что веранда не выдержит такую груду снега. Все в порядке, слава. Всем силам. Сейчас, Андрей, подожди. Дай полюбоваться. Моя любименькая дачка. Даже не покривилась она. Все устояло хорошо. Так, все вроде выстояло. Теплица не проломилась. Может ее, кстати, открыть. Надо будет сейчас разбросать это удобрение весеннее. Уже и снега-то не ты в том году разбрасывала прям по снегу. Ой. Откроем. Ой, как красивенько, как хорошо. Ой, какая там парилка, капец. Дышать нечем. Где наш чесночок? А куда мы посадили чеснок? Вообще, ой. А, вот где листья, наверное, вот здесь. Ну, что-то чеснока нету. Не видать. Тюльпанчики повылезали уже. А крокусов нету. Хотя они должны были быть уже еще раньше. Но здесь так, как, видимо, на горочке. Крокусов нету. Пойдем разгружать машину. Иду на свой страх и риск. Хочу пройти к лесу. Там просто идут ручьи такие из леса. Но я не знаю, возможно ли туда попасть. Здесь пока нормально по снегу. Елочки. Ой, как красиво, птички поют. Ой, что-то я проваливаюсь уже по колено. Там прямо шумит, как водопад. Вот первый ручеек. Но это так. Ни о чем. Я хочу попасть к большим ручьям. Ой. Ой, сейчас как провалюсь нафиг. По колено. Ну хотя бы вот до этого дойти. И почему-то снег уже в сапоге. Вы это слышите? Там просто из леса течет река. Там вон еще вдалеке, вон там. Там вообще огромный водопад, но туда я не проберусь точно через вот этот вот. Жалко. Ой, такие звуки приятные. Ну ладно, сейчас мы прогуляемся и поедем уже домой. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем добра.